22 февраля в средней школе номер 10 прошел районный тур республиканского конкурса Олимпиады «Школа безопасности 2020». Среди учащихся общеобразовательных учебных заведений района в Олимпиаде приняли участие представители районных и городских школ, показавшие наилучшие знания основ безопасности жизнедеятельности в своих учебных заведениях. Программа Олимпиады была насыщена различными мероприятиями. Сперва конкурсантам пришлось продемонстрировать все свои знания, проходя этапы Олимпиады. Тех, кто справился с заданиями, в актовом зале ожидали инспекторы пропаганды Слонимского РЧС, которые проводили с детьми увлекательные беседы по пожарной безопасности. Особый интерес у ребят вызвала выставка работ, принимавших участие в республиканском смотре-конкурсе детского творчества «Спасатели глазами детей», а младшие школьники могли посмотреть мультфильмы из серии «Волшебная книга». Пока комиссия подводила итоги Олимпиады, инспекторы рассказали присутствующим о профессии спасателей пожарных, а также продемонстрировали видеофильмы про университет гражданской защиты МЧС Республики Беларусь и специализированный лицей. Директор средней школы номер 10 Милена Пицишина и учащиеся класса МЧС обратили внимание детей на те неоценимые знания в сфере безопасности, которые получают школьники, обучаясь в профильном классе. Действует клуб юных спасателей пожарных. Создана первичная общественная организация спасателей пожарных. Мы являемся активными участниками общественной жизни школы и города. На базе классов созданы информационно-пропагандистские группы и клуб «Патриот». Если хочешь смелым стать, мужественным, ловким, приходи учиться к нам, обретешь сноровку. А в каких учебных заведениях Республики Беларуси можно получить профессию спасателя? Ответит на этот вопрос инспектор сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью Булыка Юрий Михайлович. Кто же хочет связать свою жизнь со спасением людей, других людей? Бывают и животных, как обычно у нас говорят, спасают, котиков снимают с деревьев. Или ликвидируют различные чрезвычайные ситуации техногенного природного характера. Для этого существует университет гражданской защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь. После окончания школы вы можете поступить в это учебное заведение. Обучение идет на протяжении 4 лет. Там вас одевают, кормят и обучают основным правилам безопасности. Подведя итоги школы безопасности, все присутствующие получили от спасателей брошюры МЧС Беларуси «Помощь рядом», а победителям конкурса вручены дипломы и медали. Ими стали Дарья Гринцевич, Дарья Скиба, Максим Узакбаев, Сергей Шафаревич, Екатерина Дубровка, Александра Кондиранда, Полина Новицкая, Матвей Цакунов и Ксения Михно. Ребята, занявшие первые и вторые места, в своих возрастных категориях будут защищать честь Слонимского района в областном туре конкурса Олимпиады.